И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival World. Все так же на Генезисе. Сегодня мы пойдем в болотный биом, так как наконец-то зимку мы прошли полностью. Но как полностью? Единственное, что здесь можно будет как-нибудь, может быть, попробую зачистить кенгурушку. Лучше только горы там точно не зачищу. Это так же, как в болотке, но в болотке у меня не получилось зачистить, даже когда я сбросил статы и так далее. Единственное, что я смогу получить, это все глюки устранить. А вот это я хочу сделать. Все глюки я хочу устранить. Ну, я не думаю, что это сильно будет тяжело найти их и так далее. То есть просто по карте летать. А когда уж совсем не найду, то по координатам горцевать. Океанически я пока что не хочу, но в целом здесь эко, ихтиозавр, корчун, в общем, дельфинчик и две охоты. Охота, причем одна из них босс. Да, босс жесткий, но я его пока что чё-то не хочу трогать, даже гамму. Вот, поэтому пойдем в болотный, так как луны я вообще прикасаться пока что не хочу. Вулканический, ну, хочу болотный. Вот, поэтому пойдем за саркозухом. Так, пойду я на мишаньки, естественно, вот, и уже будем смотреть, что да как, да где. Болотный, ну давай на эску пофигу, а там уже разберемся на месте, что, где, куда. Так, давай включать миссию. И в какую сторону мне нужно? Угу. И 2800, это, пожалуй, мне надо лететь в болотко примерно на... Ну, давай СВ попробуем. Там плюс-минус. Хотя лучше, наверное, на В-шку лучше. Не, давай СВ. Так. Ну хотя да, вот она, СВ-шка, реально. Куда я попадаю? Я даже сюда попадаю. Ух ты, нифига себе. А я думал, я куда-то поближе буду. Ну ладно, окей. Я не думал, что настолько прям далеко. Я просто как бы не запоминал. Но мне нафиг надо было. Вот, поэтому... как ты медленно плаваешь, я и забыл. А можно по дну бежать тогда уже? Раз по дну все-таки идешь. Давай быстрее. Сейчас поохотимся на саркозуха. На саркозуха же, да, я собрался. Я думаю, здесь место для охоты будет еще для кого-нибудь, поэтому следующую миссию тоже на кого-нибудь охотимся. Да, дофигища будет серии. Ну что поделаешь. Как я уже сказал, если фуш проходим, то проходим все. Да, вот здесь еще спинка будет, но спинку потом. Сначала безмятежное болото. Ищем саркозуха. Мы вышел на охоту, ничего что. Ну, здесь как бы все легко и просто. Просто вышел на охоту, то есть это не стая оленей, типа, короче, которые куда-то сбежали. Нет, здесь просто тупо банальная охота. Опять-таки же, в болото, чем хорошо и плохо, здесь всегда вот такое время дня и ночи. Вот, скажем так. Вот, поэтому в этом плане может быть и плохо. Ага. С одной стороны, может быть плохо, с другой стороны, может быть и все хорошо. Да, вот только вот так вот следы лапок под водой, конечно, искать на такое себе. Ну, хотя что-то вроде как находится, но не сильно. Да ты серьезно, что ли? Иди нафиг, знаю, что нападешь на меня. Ага. Вот. Вижу. Да это вы серьезно? Идите нафиг, не до вас сейчас. Ага, вот лапки вижу.
Да уж. Я так скажу. Мишанька что-то не самый топовый этот для поиска кого-либо в болотах, где надо плавать. А вот ты серьезно, что ли? Борзели, что ли, совсем? Так, куда? А, во. Отлично, идем по прямой. И я сейчас думаю первый раз... 120! Да вы офигели? Во-первых, так много. А во-вторых, это по сраному болоту, где тут просто передвигаться пешком-то, это еще та срань. Так, давай тебя замочу, чтобы вот прям уже не бесил меня. Особенно после того, как я узнал, что... Что как бы это... Следов-то 120, нифига себе. А можно так по суше пробежаться подольше? Хотя бы шагов 100. Ой, добрый вечер, ты чё это так? Так. Следик вижу. Ага. Ну хорошо, уже так получше. Серьезно? Ага. Ой, знаете, сложно сказать, где все-таки лучше. Точнее, где все-таки хуже. Будем честны. В болоте, где куча травы и вот так по-дебильному все. Ах ты, залагала. Или же в зимке, где просто тупо нифига не видно днем. Но там можно включить, ну, в смысле, включить, дождаться ночи. И, типа, включится ночь, и все дела. Все хорошо. Но здесь-то... А, вот почему нету следов. Ну, здорово! Да ты серьезно? Ты серьезно выбиваешь из седла? Вот это идет отсюда. Ты серьезно? Я не помню, что по седла я выбивал. Черт его знает. Но реально не помню, чтоб сарказух из седла выбивал. Где эти долбаные следы? Пожалуйста, покажите мне следы. Ай, да иди ты в зад. Ладно, давай сделаем по-другому. Не, ну крайне отвратительно дерьмово. Я сразу же говорю. Это очень дерьмово и отвратительно. Не, вот здесь надо на каком-нибудь этом здоровом бренда че. Ты просто идешь, тебе насрать. Ты не плаваешь. Ты просто проходишь по болоту. Давай, отходим, короче. Ага, вон туда идем. Отлично, погнали. Ну, то есть, как бы, ну просто тяжело найти эти следы, если ты немножечко отошел куда-нибудь не туда. Или капразух тебе помог отойти куда-нибудь не туда. Ну, как бы, потом тяжеловато найти. Вот. Отойди, не мешай, посторонись. Спасибо. Так... Прям что-то вот захотелось тебе всечь. Ага. Отлично. Так, зададим. Ну ты серьезно? Ну кабаны-то, вы меня в зиме-то достали. Что тут тусуетесь? Так. Самое главное, здесь ночи ты не дождешься.
120, но тут как бы на миссию это и дают дофига времени. Теперь я понял, почему дофига времени дают. Типа я только половину даже еще не прошел. Хорош срать, еще время мое тратишь. Вот, теперь прошел половину. Ох, мать вашу. Разойдись, пожалуйста. Лично. Вот зеленки хорошо видно, красный прям вообще никак не видно. Хотя, казалось бы, наоборот, но нет. Ай, жопошная жопа. Так, куда? Туда. Туда. Также по прямой. По прямой. Так, будем использовать читерную методику. Просмотр с воздуха. Да, что-то не сильно помогает. Следы прям ровно туда идут, да? А, может они здесь просто следы? Ну-ка, отойдите. Ну, не сильно помогло. Давай по новой. Я знаю, что здесь следы. А, туда. А я куда? Ну, я туда примерно и шел. Да в смысле, опять что ли? Ну, погоди, вот они следы, да? Вот, они показывают куда? Они показывают туда. Какого черта? Давай, короче, кусты уберем. Отлично, красава. Ну супер! Я не вижу! Погодите, он меня бесит. Ты слишком шумный, мать твою! А ты мешаешься мне! Погоди, по новой! Заход! Вам показывают туда! Слушай, ну может дальше? Ну слушай, какая-то шляпа, непонятно. Или должен скрипт здесь сработать, но я какие-то следы что ли не собрал? Ну какого фига? Я ж и так по всем по ним прошелся уже. Ну погнали в обратку. Хрен ли пишу, тут скажешь. Ой, господи, отвратительная какая миссия. Ужасно. На болото, короче, искать еще хуже, я вам так сказал. Погнали в обратку, мало ли, вдруг реально не хватает одного слирика какого-нибудь. Хотя вроде нифига не пропускал. Вот так-то, если уж на то пошло. Вот они, не все следы. Ничего не пропущено. Все хорошо. Чё за нафиг? А, тебе не надо. Ну, отлично. Ой, нафиг. Дошел до места, где я файтился с этим... Сарка. И вот один следик. Вот сейчас смотри, у меня 78. Да? И причем при этом я файтился вот Сарка, да? И... То есть в этом районе был. Я еще взял один следик. Погнали, возвращаемся обратно.
Так, я вернулся обратно. Не, ну реально, возможно, я чего-то не вижу. Или может она не сосканировала? Ой, просто. Ну вот смотри. Следы вот они, да? Они смотрят туда. Свали отсюда, жиробасина, ты мне мешаешь. Тут серьезное расследование идет. Вот, следы. Они показывают туда. По прямой. Иду по прямой. То есть следы они должны показать, где, что, как и зачем. То есть вот я иду, она сканирует местность, ничего не происходит. Это, мать ваша, серьезно, что ли? Какого черта? Да ты серьезно, мать твою! Вот как? Как он здесь оказался, если ты просто подходишь к этой скале, он показывает, типа, повернись обратно. Ну, мать вашу, ну ты серьезно? То есть сейчас я просто пошел тупо наобум. Просто наобум, а вдруг туда? Вот. Не, ну это не серьезно. Это реально не серьезно, как минимум. Ой-ой-ой-ой-ой. А с другой стороны. На нафиг. Ну ладно, чё, погнали. Просто. Если столкнешься с такой фигней, знаете, вот так. Смотришь на следы и бежишь, куда они показывают, до упора. И пофигу, что тебе будет показывать, типа, вернись обратно. Нифига. Ну, прогружайся, кусок блевоты. Ну, ты серьезно сейчас вот это, да? Так, дали. Можно траву убрать. Бляха-муха. Хочешь пройти дальше? Скоси траву. Да, точно. Так, вот они, следики. Ну, красненькие тяжело видно, прям очень тяжело видно. Зеленые прям намного легче видно. Так, жирные разошлись. Разошлись, говорю, жирные, нафиг. Может, мне еще жопу свою закрывать, все, весь обзор. Отлично. Ой-ой-ой. Ага. Вон они, следы. А показываешь ты... Показываешь ты туды? Да? Вот. Возможно, там он просто следы неправильно показывает. Он показывает туды. Идем туды. Но прекрасно видим, что следы там. Кайф, мать вашу. Ясно, понятно. Короче, можно типа смотреть на них, но не увидеть. Даже так. А, вот они, следики. Пофигу. Не, ну ты-то вот жопу иди нафиг, свой тварь. Мне потом на полэкран так хрень была. Да нафиг надо. Так, отвали. Еще 20. Чувствую какой-то дискомфорт в районе таза. Да ты серьезно, иди нафиг отсюда. Я и без тебя найти ничего не могу.
Нафиг всех. Так, что ищу? Ну, трава, исчезни, пожалуйста. Отлично. Надо было ближе подойти. Так, идем туда. Не, конечно, я вижу цель, не вижу препятствий, но черт побери. Так, погоди. Ну, следы я туда показывают. Направо, думаю, нет. Налево. Ладно, будем искать метод научного, мать его, за ногу тыка. Да пошел ты в очко, тварь! Я сам знаю, что... Скрипта не будет, он не появится. Скрипта не будет, рано еще. Потому что там я его просто осталось, ему чуть-чуть уже. Ой, да лососни тунца, овца! И ты тоже нафиг иди. Задолбали. Я как газонокосильщик уже просто вырубаю все только, чтобы появилось уже. Мать вашу. Вот смотри, вот он показывает туда, да? Я прекрасно понимаю, что там я уже все обшарил, там ничего нету. Может, в воде? Допустим. Да пошел ты. Мешаешься. Ладно. Давай здесь искать. Иди вон. Так, иди вон. Тут еще нужно дожидаться, чтобы она сосканировала местность. Тогда все это говно начинает появляться. То есть пока она не сосканирует, это говно не видно. Даже я вот в обратку бегал, я... Даже те следы, которые, по которым я уже прошелся, я их не видел. Потому что она не сканировала. То есть она сосканирует, и я начинаю видеть местность. Вот смотри, ну ни черта нету. Ну нету ни черта. Может реально в ту сторону? Ну куда? Ну здесь тупик-то. Куда? Сюда? Наверх что ли прыгать? Ну ты серьезно, крокодил? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну блин. Может здесь, там не знаю, вдоль стены, там, под камнем давай. Там. Ну реально, может, под камнем. Если реально буду под каким-нибудь камнем, я охренею. Так. Вот так следы не отображаются. Я вот стою, я не вижу. Отлично. Да уйди ты нафиг! Так, ладно, погоди. Ну, короче, я не знаю. По таймеру, может, заметили, сколько прошло разницы, я не знаю. Ну, посмотрите по таймеру, как бы, но... Я все же 100 кругов нарезал. Я просто не знаю, что где куда. То есть я уже настолько от точки. То есть вот последнее место... Ну, где точку я находил? Это там. Все. То есть я вот так встану, побегу, да, то есть она просканирует. Опять же, подожду, когда начнет сканировать. Все, просканирует. Я опять пробегаю. Я пытаюсь найти. Ну, сейчас, если, скажем так, если я не найду, то... Хайду в интернет искать. Что еще сказать? Весь хлам.
Ну, потому что это уже какая-то тупость. Я реально не понимаю, где искать. Да, это гамма, типа, как бы есть время пошариться, но... Ну, типа, это говно. Типа, я не понимаю, особенно когда следы показывают в одну сторону, ты такой... Но ведь там край карты. Ты же туда не можешь пройти. Вы чё курили, когда ставили координаты? То есть, как бы, да. Ну, не знаю, сейчас здесь поставлю по сканеру. Может, это чё, прокнет? Не, не прокает. Ну, плохо. И здесь не прокает. Я не знаю. Я не знаю. Ну, то есть как бы... Не может быть так, что я где-то одну не нашел. То есть у Сарка оставалось очень мало хп. Не может быть так, что я где-то там что-то одну не нашел. Ну и как мы все знаем прекрасно. Не обязательно по карте проходить. Вот. То есть не может быть так, что типа из-за того, что я одну не нашел, у меня поэтому все так плохо. Нет, нет. Мне, во-первых, еще надо 22 их найти как максимум, да? Вот. А во-вторых, у Сарка настолько мало хп, что он не появится сейчас. То есть он появится, это будет все. Это будет финиш, это будет конец. На ёб твою же за ногу. Какого черта? Ладно, короче, погнали туда. Я манал, шатал, вертел, крутил. Вот это вот все говно. Давай попробуем. Вдруг проканает. Прям вот сюда куда-нибудь вообще пробегу. Вдаль прям. Прям вдаль. Вот чё, в камнях не буду застревать. Вообще прям вот такой. Я уже прям реально, я не знаю, а где искать. Ну прям вот настолько все тупо. Единственное, что меня спасет, это либо я случайно нахожу то место, где он должен все-таки быть, либо мне этот маршрут больше не попадется ни разу. Но я уже дофига отбежал. Че там, сколько? Пол км, ну, в смысле, да, ну да, пол км, все правильно. То есть, как бы, камон. Это уже неправильно. Это уже я явно не здесь должен находиться. Ничего нет, да? Ой-ой-ой. Короче, это пока что фигня. Не, ну когда минут 10 останется, я поставлю игру на паузу и пойду искать в интернете. А чё фигню, почему делать? Я буду искать в интернете те, кто эти миссии проходил, и смотреть, как это они... Ну да, есть шанс, что просто у меня тупо забагалось все, и поэтому она не отображается. Есть шанс, но... Говна кусок. Но, с другой стороны, я опять сюда же пришел. Какого фига? Да иди ты в очко, я сам знаю, что это вот это вот место. Слушай, может реально в ту сторону, а? Там, не знаю, за камень каким макаром, типа. По камню, за камнем, там, бляха-муха. Ну, тут уже, знаешь, во всякую дичь начнешь верить. Нет, тут я уже был. Вот они, следики, я тут уже пробегал. Это точно не оно. И тут я был. Все.
Только в ту сторону. Ой-ой-ой. Я не знаю, вот опять я к этому озеру вернулся, к бурлящему. Ой-ой-ой, не, это нифига не оно. Не, короче, погнали обратно возвращаться, я буду искать в интернете уже, что, да где, это так тупо. Это очень тупо. Короче, я вернулся немного назад. Нашел след. А, посмотрел в интернете. Во-первых, раньше миссия называлась Болотный Плесит. То есть они. Английское слово плесит написали просто по-русски. То есть не даже просто обычно Яндекс Транслейт. Google Translate переводит это слово сразу же. Они почему-то решили называть его Плесидом. Вот, поэтому сразу же не нашлось. Вот. А во-вторых, походу, да, реально я какой-то кусок пропустил. В общем, этих миссий мне не показывало. И слушай, у меня реально вопрос, а как я мог пропустить такой большой шмат следов? Чё-то не... Что-то не подсказывает, я сейчас просто туда сейчас приду, и там уже будет этот уже будет Сарка. Это, короче, самая тупая миссия, там, так скажу, вот честно. Даже в зимке найти легче что-либо, чем здесь. Так, бежим туда. Я точно знаю, где здесь это будет. Давай, чисто ради проверки. То есть я каким-то макаром умудрился обрулить какое-то место. Ну-ка. Не. Бляха-моха, там у чуваков на видео они быстрее появлялись. Там у чувака оставалось... там он сотку находил. А оставалось чуть-чуть, у него появились они. Ужасно. Короче, возвращаемся обратно. Это какой-то тупизм. Вот честно, вот это какой-то тупизм. Когда ты просто вроде бы и везде уже обошел, возвращаешь назад. А ты серьезно? Ну, бегал же я здесь. Ладно. Серьезно, еще и здесь. Причем только что. Ну, допустим. Допустим. Самое главное, что нужно делать на болоте. Правильно. Не знаешь, куда идти? Возвращайся назад. Ты обязательно что-то пропустил. Смотришь на это? Вот как я вот этот кусок большой пропустил, а? Да вы посмотрите! Серьезно? Вот сейчас серьезно, да? То есть я просто вот настолько большой кусок пропустил мимо себя. Такое ощущение, как вот темнее стало. Да? Интересно. Просто я сколько по болоту бегал, я никогда не замечал светло, темно, вот это я все не замечал никогда. Реально, что ли, есть разница? Да, я эту говорилку включил, просто уже у меня столько, настолько все начало что-то бесить, я включил еще и говорилку себе. Думаю, да пускай болтает, чё? Нет, чё.
Но для меня все еще до сих пор загадка. Точнее, две загадки. Первое, я смотрел немало видосов, и там у каждого, знаете, разные миссии. То есть не одна-две. Ну, я имею в виду путей. А во-вторых, как я мог пропустить такой большой кусок, вот честно. То есть первое, их не два пути, а второе, как я мог пропустить. А, вообще прям не понимаю. Ну, что лишний раз доказывает, очень неудобно здесь искать. Возможно, на Рексе было бы удобнее. На Рексе, на Гиге. Кстати, да, посмотрел видосы, как там убивают альфа-чей. Да, вот, заспавнился. Твою мать, козел. Посмотрел, как там убивают альфа-чей. 10 гиг там, это, 20 там Рексов, вот это вот все дела. Ну, алло, блин. А я на твою жопу сяду, отлично, все. Шатал я эту удачную охоту. Вот честно. Шатал, вертел, крутил. Банал. Зато, кстати, нашел, да, на Вики есть описание миссии, где что дают. То есть там вот я посмотрел на Вики, и там, да, вот эти вот типа седла можно смотреть, с какой миссии что дропается. Я не понял, как аж найти что-то нужное. Но свиминг... короче, в общем, название по-английски вводишь в поисковике, и оно... И ты находишь, короче, что как где. Но если ты хочешь какое-то седло потом найти, это не получается. Короче, заблудился. Вот так вот сделал. Заблудился. Разворачиваюсь назад и иди обратно. Так вариант, ты просто обрулил чертов кусок болота, и поэтому ты не смог найти что-либо. Эту альфу я пройду за кадр. Возможно, завтра, а не пол второго ночи. Думаю, пройду за полчаса миссии. Пол второго ночи. Ну, в общем, короче, если что, я уже полтора часа эту серию пишу. Все, нафиг. Но ведь болото, оно только началось. Кошмар. Ну а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.